Ребята, всем привет! Сейчас осень, 29 сентября. Прям такая крепкая осенняя погода, дует сильный ветер. Поехал примерно полтора часа со скоростью 5 км в час, но все-таки приехал. Вот. Поставил лодку на берег сейчас. Встал сначала на лодке посередине. Вот. Была хорошая поклевка, кто-то стащил у меня сразу же полностью резинку. Потом я лодку уже поставил на берег, вылез, закинул. Произошла поклевка такая на повисание, подсек. И по ощущениям рыбка была такая килограмм на 3. Вот. Потом опять кидал. Что-то как-то не клевало. Потом как бахнул, короче, такого вот красавца. Грамм, наверное, на 600. Вот. Такое вот. Ну и решил, что, наверное, надо поснимать. Так что сегодня у нас рыбалка на спиннинг осенью с лодки из берега. Ну, может, еще клюнет рыбка какая-нибудь. Место вроде ничего такое хорошее. Ямка тут приела. У меня что-то насморк, ребят. С юга привез, соплю. Удочка 2.40, катушка в размере 4000, леска, шнур 0.22. Веду по дну классической джиговой ступенькой. Иногда выполняю проводку равномерную с касанием дна. Убежал на максимальном выбросе. Это что такое вообще сейчас было? Да посмотреть, что приманкой стало. Неужели это окунь? Если окунь, то сейчас поставлю джиг-головку. Не буду на офсет рыбачить, приманку поставлю поменьше тогда, чуть-чуть. Видите, башкой трясет. Похоже, опять окунь. Капец. Если это окунь, то это опять крупняк. Смотрите, трясет башкой. Точно окунь. Крупняк. Ребят, тут стая крупных окуней стоит. Офигеть. Да. Да. Штяк. Да, таких окуней я с радостью готов ловить. Сейчас попробую поставить вот такую приманку. Это у меня так-то на судака. В кармане вот есть.
сразу. Это старый виброхвост микадовский. Их делали очень давно. Сейчас я не знаю, их выпускают или не выпускают. Вон, видите, какой? С длинным-длинным хвостом. Он очень хорошо играет. Эта приманка такая, она редко кем используется. Вот, но я пользуюсь. Джиголовка 18 грамм. Будет лететь в космос. Попробуем подолбить на нее. Потому что тут она поменьше. Крючок у нее открытый. Может быть, это получше будет, чем на такую. Проверим. Ребята, уже не окунь. А если это окунь, то это пипец. Нет, это не окунь, ребят. Это бахнуло. Это уже щука. Стопудняк щука. И она ни хрена не идет. Эй. Подруга. Фига, блин. Ну что такое вообще? Я не могу ее поднять даже. Да, щучка взяла. Вот такая двушка. Ну, двушка. Двушка из-под леща. Блин, красота вообще. Это да. Смотрите, какая красавица. Ух! Ух! Тихо. Тихо. Ой. Так надо было в воде сопротивляться-то. Подруга. Жирная, наедкая, смотрите, какая. Это да. Круто. Что-то мне сегодня везет. Фига. Оп. Ну-ка, дай. Сейчас. Сейчас на куканчик. Сажу. Такие уже лежат. Да, тут уже и уху сварить, пожарить. Всем хватит покушать. Сюда.
Ага. Чуть-чуть. Такая прям тыкс. Еле-еле. Это окунь. Это окунь нормальный. Нормальный окунь, кстати. Да. Башкой трясет, смотрите-ка. Вообще не выходит. Ух ты. Вот это да. Это горбач. Вот это горбач, блин. Это да. Смотрите какой. Офигеть. Вот это раздача сегодня. Это я понимаю. Красота. Капец. Давно у меня такой рыбалки не было. Щуки крупные, окуни крупные клевали. Это мне повезло рыбку найти в этот раз вообще. Просто вот не стал на лодке кружиться там на серединке. Думал, да, с берега половлю. Вот. Не прогадал. Ставили ща, тут стояла. Может, она до сих пор здесь стоит. Ты смотри, что. Это что такое? Как-то бахнуло. На выбросе там. Очуметь. Это что-то нормальное, ребят. Это что-то такое прям. Если это окунь, то это пипец. А если это щука, то это как минимум такая же, какая клюнула до этого. Это щука. А, нет, поменьше. Да нет, такая же. Мурик. Дай мою. Приманочку. Пожалуйста. Вот так. Сейчас кукан заполню, потом буду отпускать. Мне много не надо у меня. Не так много ртов дома. На самом деле у меня очень давно не было такой рыбалки. Я еще думал сегодня ехать, не ехать. Думаю, ветер, блин, 15 метров порыл. Думаю, как я там буду выходить? Ну, правда, он юго-западный. И сегодня на редкость тепло. Скоро станет холодно, через неделю. Вот поди ж ты. Рыба-то, оказывается, клюет. Который раз убеждаюсь в том, что если вопрос стоит, ехать на рыбалку или не ехать из-за погоды, вот что касается ветра, то ответ может быть только один. Ехать. Вот, то есть если ветрище, то, как правило, бывает клюет на спиннинг особенно. А если ветерок еще и западный, а если он еще и юго-западный, тогда по-любому. На большую приманку ничего не хочет клевать. Попробуем снова поменьше что-нибудь поставить. Так, что у меня тут есть? Есть тут твистер, виброхвост. Попробуем зеленку.
Ничего себе. Тут так клюло. Бам туда. Фуф. Я чуть в штаны не наложил. Трище. Посмотреть, кто там такой мощный, такой дикой поклевкой. Вот, нормальная рыба. Это двушечка. Подушка. Это двушка есть. Зачем нужна изолента? Сейчас покажу. Эта тетенька меня все-таки куснула. А мы сейчас перемотаемся. И все будет нормуль. И все. Грязь уже не попадет. Похоже, окунь. Похоже, окунь. Ну как окунёк? Окуньки так не сопротивляются для такой снасти. Это самый натуральный окунь, причем горбач. Вот. Грамм, наверное, на 500 точно. Да, вон что. Окунёк. Фига. Окуньки. Владимир Игоревич сегодня совсем, как говорится, с журу бесится.
Так, ну что, мой кукан заполнен. Норма вылова, я думаю, что слегка превышена. Вот, но это вот то, что я возьму. Больше брать не буду. Половлю, но буду отпускать. Сейчас уже не надо будет ходить туда-обратно за лодкой, за куканом. Можно будет просто стоять и рыбачить. За удовольствие. Время, кстати, уже сколько-то. Ну, еще только 2 часа дня. Можно будет посидеть, кушать пирожок с чаем из термоса. Чай, кстати, в этот раз заварил себе. Бросил лимон, бросил немного сахарку и бросил две веточки травы, называется душица. Блин, ребят, такой изумительный чай получился вообще. Вот, еще бы клюковки туда немного, и был бы вообще супер витамин С. Ну и шиповника можно. Короче, отвар у меня сегодня знатный. Люблю, кстати, ловить хорошую рыбу на подобающую мощную снасть. Как бы ловить окуней таких на ультралайт, конечно, вообще шикарно. Вот, но здесь вот ловля немножко другая, потому что ты рыбачишь, и у тебя в любой момент может бахнуть щука. Вот, а на ультралайт, когда ты рыбачишь, ты, ну, как бы в основном нацелен все-таки на окуня. Вот. Тут, кстати, среди лета у меня еще была одна, еще один бзик. Я 4 раза ездил леща ловить на спиннинг, представляете? То есть маленькие приманочки, буквально там джиголовка, ну как джиголовка, грузик отдельно, 1 грамм, 0,8 граммов. И вот в эхолот находил стая леща и ловил. Причем получалось намного лучше, чем у людей, кто рыбачил, получается, на фидер. Вот, то есть клевало лучше. Он был такой, не прижатый ко дну. Лещ, он был слегка приподнятый, он постоянно гулял и не держался на корме. Вот, поэтому у меня его получалось ловить намного лучше, чем у людей, которые за ним целенаправленно сидели на одном месте. А я на лодочке перемещался туда-обратно. Вот, то есть, ну, понятно, что сейчас можно сказать, что вот, типа, не спортивно с эхолотом там плавать, все дела. Ну, ребят, я был на веслах, у меня был эхолотик. Я аккуратненько подплывал, подсматривал, видел то, что вроде как в каком-то вот том направлении есть стая леща. Эхолот у меня не такой, какой сейчас используют. У меня идут просто лучи в бок. То есть я могу видеть орешки, я могу видеть стаю рыбы, вот, но я ее не отслеживаю в реальном времени. То есть для того, чтобы чисто следить за стаей леща, мне надо было бы веслами туда-сюда кружить, чтобы у меня лучи ходили. Вот. Ну, не суть. В общем, половил. Один раз поймал за рыбалку 21 штуку. Это было вообще феерично, потому что ловил на удочку до 5 грамм, а рыбки попадали до 700 грамм. То есть я прям оторвался конкретно. Мне очень понравилось. Поэтому я это записал в рыбацкий дневничок и думаю, что когда-нибудь я вам это покажу. Поеду целенаправленно. Вот. Так. Вот такие раки у меня есть. Во. Самые окуневые. Так. А джиголок-то маленьких у меня что-то, не знаю я.
Рака клюнула, какая-то рыба. И это, скорее всего, щука. Не знаю, большая или нет, но тянется тяжело. Сегодня сопротивляется как бревно, просто идет вниз и все, а потом биться начинает уже только у берега, и то немного. Ага, ну вот это вот куда-то пошла. Да, щучка такая, больше килограмма. Рака. Сазара. Ух ты, нифига, вот это она. Я говорю, около берега начинает биться только. Куда? Фига, ну да ладно, жару сейчас. Скорость какую. Давай. Иди сюда. Я тебя аккуратно отцеплю. О, за глаз поймалась, что ли? Эй, подруга. Стой. Блин. Да нет, вроде ничего, должна жить, пузатая, жирная, это больше килограмма, 100%, это где-то, наверное, полтора, даже кило 800 где-то, такая хорошая. Давай, спасибо, спасибо, солнышко, большое, извини, что я тебя поранил немного. Еще одна на выбросе, где-то далеко, на рака, не знаю, что за рыба. Вот совсем прям из щука, то покрупнее, чем предыдущая, наверное, хотя может просто так сопротивлялась, пошла в дно, вот сейчас пошла наверх, на меня идет, передумала, башкой трясет. Но это щука, если это окунь, то это гигант, да, щука по зубам, я чувствую, скрежечет этот поводок. Жестко. Ну да, это
ничего такая. Мадемуазель, это поактивнее. Да, это самая крупная за сегодня, ребят. Это сегодня самая крупная. Ну какая. Красавица. Красавица. Уж. Тихо. Ну какая. Под два. Наверное, какую-нибудь мелкую отпущу. Это, наверное, возьму. Да, сейчас я мелкую какую-нибудь беру, самую мелкую. А эту вот там. Так, что у меня тут сегодня есть? У меня тут особо мелкости и нет. Рыбочка. Это жирная. Тоже. Вот это дохлая. Пока. Подружка. Прости, что я тебя так напуканил по возику. Да, все. Нормально. Нормально убежала. Значит, все у нее хорошо. Будет. Значит, все хорошо у нее будет. Кусила меня, смотрите-ка. За палец. Корова. Корова бежит как порося. Смотрите. Вот она. Ничего. И кто это у нас тут такой пожаловал? Такое ощущение, что это окунь. Ну, такой хороший. Либо я кого-то забагрил. Это щука. Это опять щука, ребят. Смотрите-ка, что. Бам! Фига. Сегодня просто вся рыба в этой яме стоит. Может, сама убежишь? А, подруга. Ты, может, самостоятельно убежишь? Чтоб мне тебя не отцеплять. Постой пока. А хотя... Тут у нас... И так видно. Оп. Давай. Спасибо. Опять попробую на приманочку покрупнее. Есть у меня тут кое-что. Ну что, щучка клевала хорошо. Такая приманка. Тут вот еще кое-что есть. Тут большие рачки.
Так-то в основном на судака коробка заточена у меня-то. Я никак не рассчитывал, что что-нибудь будет такое. Вот. Попробуем. Ну прикольно, мне конечно очень нравится, я прям отрываюсь. Ага. Вот она. Она и бахнула. Вся рыба в этой яме стоит, вся щука, сколько у меня понимаем, все здесь. Вот куда ты пошла? Круто. Ух, это тоже двушка. Вторая двушечка за сегодня, смотрите. Мощный бахнул. Стой. Стой, подруга, сейчас я тебя нежненько отцеплю. Так вот, и раз. Давай. Все. Туда прям торпец. Подвисла. Подвисла. Подвисла в русле. Круто. Окунь. Нифига. Окунь. Да какой. Килограмм. Очуметь. Вот это да. Сейчас сфоткаемся.
есть. Рыбалка сегодняшняя подошла к завершению. Порыбачил просто шикарно. Очень давно я так не попадал, чтобы клевали такие крупные окуни. И щуки прям одна за одной. Окуни реально крупные. Вон что. Хватает одну руку поднять. Тут нечего рассказывать, ребят. Все получилось. В общем, давайте. Да пребудет с вами сила. Всем пока. Еще одна клюнет. Решил просто. Еще один. Еще одна, блин. Самая крупная за сегодня. Давай, счастливо. Ребята, сегодня просто праздник какой-то. Это не мой день рождения, нет? Это было где-то в районе трех.